Всем привет, друзья! С вами Малдер. Мы продолжаем играть в Doom. И башка тут сразу появилась. И сразу еще. Нет, не сдохла. Как нахуй? Не сдохла. Стоп. Тут что-то. Глазик есть красненький. А что он означает, я тубей, не помню. О! Так. Берсерк. И невидимость. Невидимость. Так, ну-ка нахуй. Оп, отлично. Что-то надо нажать. Что-то нажали мы. И что мы... А, это лифт. Я понял, погоди-ка. Блять, тут дверь надо. Какой? Красный ключ. Давай-ка опускайся, эта хуйня. Лифтик. Давай, все отлично. О, нихера себе, блять. Ебать, я ему впиздячил. С левой-то, а? А, у меня еще берсерк работает. Берсерк работает. Блять, тут берсерк, конечно, так себе сделан. Не очень хорошо. Берсерк-то берсерком, но сложновато им драться. Так, пинки, блять, у нас здесь ходит парочка. Парочка пинки уходит нахуй. Отлично. Надо все тут собрать. Тут боеприпасов валяется, хоть жопой жуй. Аптечки, боеприпасы. Ох ты, так, это у нас есть? Это у нас все есть. Секреточки никакой здесь нету, к сожалению. К сожалению. Я слышу где-то слева. Ну там, где мы были. Там кто-то рычит. А что это за сволочь такая? Ёпта, это что за хуйня была? Тут ворота? Блять, они мне сквозь стену ебошат, что ли? Такое ощущение, что действительно кого-то ворота здесь. Ну ладно, тут, может быть, потом откроется. Ой, блядь, сколько вас тут. Спокойно, отлично. Ну-ка, имп. Импуша, блядь, так, пошел нахуй. Все, собрали. Блядь, ты че вылез-то оттуда? Сидел бы, может быть, живой бы остался даже. Подождите. Глазик нам нужен? Нахуй нам нужен, по сути? Где? Башка! Да что ж такое-то, блядь? Где башка? Вот башка. Рогатая. Сдохла! Двинула кони. Ну, оттуда аккуратненько можно, кстати, пролезть. Да и туда аккуратненько можно пролезть. Invisible. Нет, давайте-ка мы все по порядку будем делать. Здесь у нас в подвале что? Так. А этот даже и не видит, не слышит ни хера. Мудила. Нам надо бы вниз, да? Ракеты, отлично. Дробовичок. Опа, блядь, как я тут вовремя-то назад отошел. Блядь, тут дают. Сука, я думал, сейчас их сверху вниз переебошу. Они сюда поднялись. Хорош, ты чё, блядь, еще один там. Где? Кто-то, твою мать, кто-то портуется. Да что ж такое-то, блядь, пол, успокойся. Во. Сдох, отлично. Твою мать. Патроны подберем. А я рюкзак где-то взял, что ли? 68 пулек. Ага, вижу. Походу, да. А где я его взял? Я даже и не увидел, как обычно. Тут выхода нету. Выхода нету. Откройте, суки! Там телепорт есть. Блядский рот. Пинка. Да хватит ты нахуй рычать-то. Да ты чё не сдох? Еще один, тоже туда же. А здесь, блядь, как темно-то, а? Это не ворота? Нет. Это поебота. Так, соточка. 100 пулек у нас. 100 пулек, надо в телепорт идти. А где он? Вот он. Ёбли рот, нахуй. Да вы чё, нахуй. Ого! Сука! Барон Ада! Собственной персоны! Персоны, да-да-да, ты, твою мать. Сейчас заёбываем.
Кстати, тут что-то хотел попробовать установить Doom 2, точнее, не установить, а попробовать поиграть на PlayStation 1 в Doom 2. Блять, ни одного рома не нашел. Ни одного рома не нашел рабочего. У меня почему-то не работает, блядь, не запускается. Надо со своего диска скопировать игрулю. У меня диск-то еще остался даже. Хоп, я как знал, что здесь что-то есть. И там тоже наверняка что-то есть. Ну-ка, пробежимся. Блядь, тут только этот хуило. И больше, походу, ничего тут не было. Ну да ладно. Так, секреточка какая-то или нет? Нет, тут тоже телепорт. А куда? Сюда. Здесь, здесь, здесь. Так мы здесь были, блядь. Да ну нахуй. Мы здесь в самом начале появились, как бы. Подождите, мы там не все еще собрали. Мы вот наверху даже не были. Вот здесь, вот допустим. Здесь дверка. Бляха! Да что там? Да где ебать? Ах ты, суки, сзади появились. Сзади... Рюкзак. Рюкзак, пила. Броник 200-й. Все прелести жизни. В одной комнатушке. Красный череп. Блять, ты-то откуда взялся, на господи. Красный череп здесь есть. Как взять? Как-то взять... Что такое? А он... Да кто меня ебошит? Я не пойму, что происходит-то? Блять, он ходит. Ах ты, животное. Ах ты, животина. Так, еще один. Надо как-то что-то нажать. Очень плохо видно. Очень плохо видно все. Это кто? Угу. Угу, угу. А как же нам нажать-то? Или надо упасть, она там внизу нажимается где-то. Там платформы-то нет никакой? Бля, сейчас я туда упаду, это будет кирдык, по-моему. Ну-ка, сохранимся. А, там есть проход, блядь, стой, вон. Точно, оп, нахуй. Отлично. Так, отлично, отлично, вот. Че это? Ага. Красная черепушка взята. Взята. А че, я раньше не заметил эту хуйню? Эту кнопочку. Красная черепушка. А где у нас красная дверь-то, блядь? Хуй её знает. Я уже забыл. Ту-ту-ту-ту-ту. Вон красная дверь. Телепорт. Ёб твою мать! Все, двинул коня? Ага. Двинул коня. Двинул коня. Но мы... Где мы? Здесь мы. Эй, а как сюда наверх подняться? Да что ж ты будешь делать-то, блядь, а? Мне надо наверх как-то подняться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Во! Поднялись мы с вами наверх. Красная дверка у нас была. Сука, она вон там наверху у нас была. А как нам туда? Вот. Ага. Откроем сейчас мы ее. Хуяк, открыли. Открыли. И пульки здесь все. Синий череп. Голову, что ли? Не иначе. А кто? Кто зарычал? Ага, вижу. Вижу, вижу, вижу. На тебя нахуй. Вопрос на миллион. А там что у нас внизу-то есть? Вопрос на 2 миллиона. Вопрос на 2 миллиона. А синяя дверь-то уж где применяется, я забыл. Где-то ведь здесь, вот, по-моему, да? Где, 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 где? Синяя дверка. Вон синяя дверка у нас где применяется. Сейчас применим. Там тоже надо по лаве будет бежать. Где-то здесь, да?
сука. Стой. Ну-ка, бля, а тут красный. Сейчас мы красненькую здесь применим. Невидимый гандон. Эх, бля, завалили. Завалили петуча. Тут лестница, что ли, такая? Да это твою мать, ну как я не попал-то, а? Да где? Вот, сверху, блядь. Ах ты, сука. Сверху, ебо. Тут два телепорта, да? Как я смею предположить. Два телепорта. Телепорт только один. Да где? Ну где? Ах ты, суки, а? А, синяя дверь, гляди-ка. Уже синяя дверка. Это куда мы тут пришли? Это куда-то пришли. Выход. К выходу мы пришли. Ну, нормально. Нормально. Тут, правда, аптечек нет, к сожалению. Угу. Не всех убили, ну ладно. Не страшно. Секретчик даже нашли. У нас 4%, блядь. 4% секреточек. Так, следующий уровень. Следующий. Унруле Ивел. Анрайли Ивел. Так, надо сохранить. Вот сразу же, блядь. Сразу же сохраняемся и гоним вперед. Где? Блядь, вижу. Вижу, но плохо. Сдох. Сдох тоже. Пинки. Невидимый. По нему кто-то наебнул. Где ты? Вон, блядь, вообще не видно в темноте-то. Вон он ходит. Да это что ты, блядь, будешь делать? Ты сдохнешь, нет? Вот так вот. При моем тут освещении. Я как на стадионе здесь просто. В темные игрушки играть плоховато. Очень сильно зенки напрягаются. Так, тут дверь у нас, да? А здесь нихуя. Отлично. А здесь? И здесь нихуя. О, где ты? Что за нахуй? Где дверь-то? А, я ёбнулся вниз, что ли? Как ты я смог? Ну давай, поднимайся. А, как смог, блядь. Молча, блядь, как смог. Хоба! Так. Вот тебе еще надо. Заебошь там. А, здесь нет такого, да? Здесь такого нету. Какая-то дверь. Броник. Так, все, весь броник. Так, все собрали, да? Это не жгется? Нет, это водичка. Что-то надо нажать. А, красная дверь. Погоди, красный ключ, хорошо. Но у нас только тогда вот сюда есть проход, и все. Только сюда, вон там что-то, опять же, какая-то дверка. Это дверка? Это дверка. Ёбаный рот. А это? А, это вообще лифт. Куда? Сюда. Ага, вижу. Красный череп. Как-то это слишком легко. Подождите, блядь, сейчас что-нибудь будет. Ага. Понятно. Ну не, это не страшно. Я думал, сейчас тут десяток, блядь, десяток каких-нибудь этих выбежит, ну, баронов ада. Я считаю, хуже кибердемонов. Бля, кибердемоны так сложно замочалить здесь. Как сложно, блядь. Не то, что сложно, долго. Долго надо ебашить. Так, башка сдохла. Башка двинула коня. Там телепорт есть. И здесь что-то у нас открылось. Или это было? Нет, не было. А может было. Туда нам надо, наверное, по-любому сбегать. Так, шары. Тут куда мы поедем? Где мы тут окажемся? Зачем я ее взял? Зачем мне эти шары нужны были? Светлее стало, согласен. Согласен, но... Так, красная дверка. Красная дверка. Блять, промазал нахуй. Да что ты, сука? На-на. О, блять, еще промазал. Да ладно, на. Все, что ли? Там какая-то кнопочка, я вижу. Стоп. Тут что-то.
Что-то опускается? Да, точно опускается. И нам надо туда успеть. Так, раз. Хоп. Два. Хотите сказать, тут уже выход, что ли? А, его еще открыть надо. Тогда портуемся сюда. Что мы тут видим? Мы тут видим какой-то выключатель. А это может быть как раз откроется дверь на выход? Нет. Ага. Ну ладно, ладно, мужики. Я их ебнул, что ли, всех? Это было проще простого. Здесь закрыто. Тогда сейчас в другую... Там что-то есть, блядь. Ой, блядь. Да как? Ну, нахуя в начало-то? Я просто невидимым стал. Спокойно. Так. Тогда сейчас... Что-то шумит, что-то такое ощущение, что открывается. А чего? Ну-ка, портанемся. Или я сюда и портовал... Сука, я сюда и портовался. Тогда влево надо. Тогда сюда. И чего мы тут видим? Еще один выключатель, отлично. Открылось у нас. Открылся проходик. Но проход-то это уже на выход, как бы, да? Слушайте, там что-то шумит. Что-то шумит, такое ощущение, как будто что-то открывается. А что открывается-то, блядь? Ёбаный рот. Да ладно. Туда нырять надо? Ну, я точно слышу, что что-то шумит. Погоди-ка. Сейчас мы сохранимся тогда. Yes, и нырнем. Все, слушай, прошли. Прошли мы этот уровень. Блин, коротенький уровень-то опять попался. Но, правда, не всех замочили. Секретов вообще не нашли. Ни одного. Секретики, секретики, секретики. Стоит мужик прямо перед нами. They will... Что-то там. Блядь. Музычка играет. Музычка играет. Блин, 18 минут только серия будет длиться. Слушай, давайте еще один уровень ебанем тогда. Может, не весь, но... Потому что очень короткая серия получится. Ладно, там полчаса. Нормально. А вот 18 минут как-то, блядь... Не очень хорошо. Пизданули бочки. Нет, это же не последняя серия это будет. Это ладно, там финишная серия была. И она длилась 18 минут. А это нормально. Ну и нам еще играть, и играть, и играть. Так, сдох. Это мы все взяли. Там кто-то еще хрюкает, вижу. Вижу, но... Так, готов. Так, готов. Отлично. Где? Блять, откуда ты взялся, а? Он снизу пришел. Готов. Блять, кто попал? Кто попал? Какая скотина? Ах ты, вот она ходит. Бочки надо взорвать, от бочек просто нереально урон какой-то получаем мы. Все собрали. Аптечки не нужны. Это что? Это кнопка? Это телепорт. А, это я портанулся к этим... К импам. К импам портанулся. А как нам обратно? Rocket Launcher. Вон там что-то светится, да? Блять, там голова нахуй светится. Сука, откуда вы... Да я не понимаю, ну башка! Обычная башка, ей надо две пульки, блядь, от дробовика, чтобы уебать. Там что-то вот в этом закоулке вроде есть. Но если туда падать... Если туда падать... Опа, еще один ходит. А, еще не один ходит, еще много ходит. Это... А, мы обратно тоже, то есть можем протонуться, да? Что-то открылось там. Блин! Откуда? Погоди, я пришел отсюда, ведь правильно? Нет. Нет, неправильно.
А, нет, неправильно. Так, 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 так. Красный ключ. Красный ключ. А вот это у нас опустится? Опустится, отлично. Стоять. Тут, тут ничего. Да, подожди. Это кто был? Так, блядь, это таз, это ребра, блядь, так забавно нарисованы. А, красный ключ. Это все меняет. Красный ключ. Кто-то здесь хрюкает, блядь. Кто-то хрюкает за стеночкой. Тут ничего не открывается у нас? Нет. Ну и хуй с ним, погнали. Во! Зачем нам нужен был красный ключ? Бляха-муха! Не ешь меня, блядь! Не ешь меня, скотина! Вон, блядь, голова нахуй! На тебе, тварь! Ого! Да как ты, сука, у тебя нахуй отсюда! Так, я тут тоже ушел. Костюм! Я видел там костюм. Так, пизданем сразу. Нам надо добежать до костюма. Есть костюм. Сдох. Тут кто? Блядский рот. Бочки. Сразу уебываем. Бочки, бочки, бочки. Смотрим, что здесь. Блядь, ничего нету. Пинка. Красная дверь. Отлично. Отдалять. Еще красная дверь. Есть. Ну-ка, заходим. Бочка аккуратно. Аккуратненько. Пинка. Розовая скотинка. Готово. Мне сейчас костюм кончится. Сейчас закончится костюм. А этого бы очень не хотелось. Костюм нам наверняка пригодится. Так, опа. О, синий череп, гляди-ка. Ну, сука, сдохни. Отлично, блядь, еще один. А это даже повезло мне. То, что пол опустился. Синяя дверка. Кто здесь? На-на. Синяя дверка, ракет. Блядь, ракет, хоть жопой жуй. Ага, мы здесь уже были. Только что причем. Синий ключ. Синий ключ. Вот, синяя дверь, блядь. Ты гляди-ка, все по порядку идем. Угу. Костюм еще один. А надо ли нам вниз-то прыгать? Блять, стоп. Хуяк. Ого, блять, сколько вас тут. Стой, стой, стой. Сейчас меня есть будут. Не будут. Давай вниз. Блять, башка вылезла. Сука. Давай, давай вниз, отлично. Готово. Готово. Блять, а вот на золотой ключ-то я как... Вон он! А там и выход. Тут где-то голова, я слышал, уебывается. А где она? Вот она. Еще одна где-то. Вот еще одна. Господи, блядь, да ладно, ну три пули, блядь. Три пули от дробовика. Надо в башку. Я помню, в третьем думе достаточно было одного пистолетного выстрела. Костюмчик. Погодите, давайте сохранимся. Сохраняшечка. И так вот сделаем. Отлично. Нам надо найти желтый ключ. Так. Супер. Че, блядь, супер? Чего нахуй там? Где? Где нам искать? Пойдем вниз. Искать золотой ключ. Давай, давай, ты че тормозишь-то? Спокуха. Что за нажать? Телепорт? Куда? Ой-ой-ой-ой. Это что за чудеса, блядь? Эквилибристики. БФГ, блядь! БФГ, нахуй! А что делать дальше-то? Вниз, что ли, прыгать? Тут других путей-то нету, как бы. Так, нет, это не invisible, это какая-то ебала. Стой, 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 блядь, надо действовать очень быстро. Я сейчас ведь кони двину. Телепорт! Отлично. Телепорт.
Где ты? Синий ключ у нас есть. Выход. Все, отлично, 100% убийств. А секретов ноль. Во, ну вот так нормально. 25 минут серия. Три уровня мы прошли. Какой-то пидор на мотоцикле за окошком едет. И на этом сегодня остановимся. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.